позапрошлой, в прошлую пятницу нам позвонили из как раз центра для лечения недоношенных детей, что у них совершенно кончился препарат для детей, которые родились на 8-м месяце беременности. Они нуждаются в особом препарате, который заменяет легочный сурфактант. Но без него шансы, они резко уменьшаются на жизнь таких детей. У них нет ничего, ни одного флакона. Вот. И мы купили препарат. Получили заявку в 5, купили в 7 и в 11 ночи. Мы уже были на рейсе в Шереметьево. В 3 мы утра прилетели в Ростов, поймали такси, и к 8 утра препарат был уже у новорожденного, который родился. А если я это согласовывала, понимаете? То мне сказали, что, во-первых, пятница, жди до понедельника. Ну и дальше вы понимаете. Я вижу, как она занята, сколько к ней народу.